О, пап, смотри, там баночки, давай поиграем. Баночки? Ты хочешь что-нибудь выиграть? Конечно, мишку того хочу. Ну хорошо, давай попробуем, но я только мишку не обещаю. Ничего себе ты бьешь, так ты выиграла игрушку. Лапочка такой, такой воздушный, такой пухляша. Да уж, тебе повезло, Милан. Ну давай я попробую. Ах, незадача. Как же ты так сбила? Ладно, попробую еще раз. Да что ж такое, никак не получается. Как ты так сбила? Пап, не расстраивайся, я сейчас тебя научу. Ну вот мы и дома. Может, ты расскажешь все-таки, в чем твой секрет, и ты все время выигрываешь эти игрушки? Папа, один момент. Сейчас все будет. Опля! Вау! А я ожидал немного другого. Папа, смотри, красные мои, а зеленые твои. Кидай, только целься в серединку. Если сможешь выиграть, то получишь вот этого замечательного мишку. Он такой милаха. Ух ты, все по-настоящему с призами. Ну давай, мои дротики, я уже готов стрелять. Стой, стой, я первая. Для начала сойдет, но я могу и лучше. Попробуй теперь ты. Ну, не знаю, давай попробую, что из меня выйдет. Поработать. Смотри и учись. Теперь моя очередь и... А, прям рядом с тобой, милаш. Уже у меня лучше? Ну да. Итак, последний удар. Надо же, Милан, ты почти прям в центр попала. Да уж, я навряд ли так смогу. Ну, неплохо, неплохо. Но, если ты заметишь, мои центрея, значит, победила я. И этот милый мишка остается со мной. Да, братан? Ну, вообще-то, я хотел так же по банкам популять, как на улице. А ты предложила какие-то мишени. Ладно, ладно, будут тебе банки. Вот и готово. О, ну это другое дело. Баночки я люблю. Да, у нас все по-взрослому. У каждого по 3 попытки. Ну это все понятно. А как же приз? В этот раз даже приз будет намного круче. Вот это милипусенькая единорожка. Окей, чур, я первый. Подожди, не торопись. Есть несколько правил. Руку держи прямо. Сосредоточься на свою цель, куда ты хочешь ударить. Локоть выше, подбородок всего завалил. А теперь прямо к своей цели. Да уж, что-то не помогли твои наработки. Ты просто все не так делал, смотри на меня. Видишь, как это все легко, прямо в монстрика. Как ты это сделала так? Я ничего не могу понять, а? Давай, давай, и у тебя получится, я за тебя держу кулачки. На! Есть! Я целую банку сбил! У меня получилось! Да, видать, кому-то дано, а кому-то не дано. Смотри, ноги прямо, руки прямо, шея ровно и... Пуляешь. Да уж, тренер, что-то у вас не задалось. Подожди, подожди, я неправильно сориентировалась. Ничего не знаю, у тебя остался последний удар. Мне хватит, чтобы все стаканчики разбить. Ну, такое себе. Много банок осталось у тебя. Я вообще-то тебе специально хотела поддаться. Ну да, да, хотела податься. Ладно, давайте я попробую. У меня последний бросок, тренер. Стой, 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 ты точно все запомнил? Руки, ноги, 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 руки, руки.
Да все готово! Да что ж ты меня отвлекла? А кстати, давай маму позовем. Пусть она увидит, как я все банки собью. Ну раз ты так хочешь, мой ученик, мама! Вы меня звали? Мам, посмотри, что сейчас будет. Ты свидетель. И ради этого вы меня звали? Ты видел? Она закрытыми глазами это сделала. Ого. Ставьте лайки, кому понравилось это видео. Друзья, и подписывайтесь на наш канал. Ссылочка есть в описании, кстати, еще на наш Инстаграм. Всем удачи! Всем пока-пока! Моя поняшка все равно лучше-то. Нет. Ну куда? Мамишка. Ну что такое? Ну хорошо, давай попробуем. Только давай. Это что? Я не знаю. Такие меткачивы ужасные. Побегу я лучше от вас. Локоть выше. Необычная ситуация. Локоть выше. Почему? Хохотуны. А мы подписывайтесь на нас, а мы будем дальше смеяться, да, Милан? Давай, давай, смелей, смелей. Я за тебя держу курочки. Курочки. Держу и курочки. Курочку. Вот за что я держу. Курочки из KFC. Давай, давай, и ты получится. Да, кому-то видать давно. Видать давно. Давно, видать давно это было. Стой, 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 ты дашь? Милане очень смешно папу учить.